В Армении произошел жуткий случай. Гражданин Армении, открыв Facebook-аккаунт под азербайджанским именем Азиз Мурадов, находил родственниц армянских военнослужащих, пропавших без вести в Карабахе или оказавшихся в плену, и передавал им ложную информацию о местонахождении их родственников, сообщают армянские СМИ со ссылкой на СНБ Армении. Взамен мужчина требовал от девочек присылать ему и фотографии, и видеозаписи, на которых они запечатлены обнаженными. В противном случае интернет-маньяк угрожал расправой над военными. Отмечается, что в капкан извращенца попала и 16-летняя девочка. Оперативникам удалось найти и задержать мужчину, который дал признательные показания. Следствие обратилось в суд с ходатайством об его аресте. Оно было удовлетворено. На этапе предварительного следствия удалось выявить около десятка потерпевших, которые дали подробные объяснения. Проведена объемная следственная и процессуальная работа в доме предполагаемого преступника. Найдены важные с точки зрения расследования улики.